Вот мой король отдыхает. Ну вот баран наш, красавчик. Отдыхает. Мы пришли с пастбища. Решили на любимые лилии глянуть. Настроение хотя бы поднимает. Мы сходили к этому мужчине. Ну, можно сказать, парень, мужчина. Ну, как я, наверное, года 33-35. Лавочку решил дома сделать. И пришел надолбить, короче, тут белых кирпичей. Я говорю, берите, пожалуйста, только мусор не выкидывайте. Говорю. Он говорит, а зачем выкидывать мусор? Говорит, же везде баки есть. Я говорю, вот и я не знаю, зачем люди срут. Животных выкидывают, мусор выкидывают. Он говорит, я в шоке, блин. Я говорю, вот и я пришла посмотреть, что это вы мне тут делаете. Заодно огородик глянем. Все покушали, отдыхают. И мы пойдем отдыхать, да, Ксюш? Угу. Ну все.